В 2021 году при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе создан региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом». В рамках проекта во внутригородских районах организована работа ресурсных центров. Здесь жители могут получить консультацию и правовую поддержку в сфере ЖКХ. Еще одна задача, которую выполняют ресурсные центры, это предоставление услуги по регистрации и восстановлению учетной записи на госуслугах. В ресурсном центре железнодорожного района по адресу Аэродромная 9 накануне все желающие могли оформить доступ к госуслугам через специалиста МФЦ. Не у всех жителей, особенно пожилых, есть дома компьютер. Очень необходимость возникает очень часто в пользовании госуслугами. Они не могут сами себя оформить. Приходят часто сюда. Мы оформляем и помогаем. У нас прием ведется, и каждый раз кто-то приходит. Но не только с этими вопросами. Они приходят, им нужно распечатать документы, им нужно зайти в интернет, что-то выяснить. Горожане нередко приходят за помощью в восстановлении или получении доступа к государственному интернет-порталу, рассказывают специалисты. Век цифровых технологий вынуждает людей прибегать к современному методу решения многих проблем. На портале можно записаться в очередь к врачу, поменять паспорт, заказать необходимую справку, не посещая профильные учреждения. И это далеко не весь перечень возможностей портала госуслуг. Возникает жизненная необходимость получения учетной записи на портале госуслуг. И для этого как раз здесь это и происходит. То есть жители приходят, регистрируют свою учетную запись с помощью специалиста МФЦ. И тут же в ресурсном центре у нас есть компьютер, который может любой житель воспользоваться и уже через этот компьютер выполнять все свои, решать все свои жизненные вопросы. В ресурсном центре жители могут получить свободный доступ к компьютеру с интернетом. В случае, если человек попросту не умеет пользоваться госпорталами, рядом есть специалист, который сможет оказать профессиональную помощь. На территории железнодорожного района действуют 4 ресурсных центра. Выездные пункты МФЦ во внутригородских районах работают еженедельно. Александра Гусева, Максим Гусев. События.